Глава региона провел совещание по подготовке к зимнему сезону. На обновление котельных и замену теплотрасс в 2018-м краевые власти направили более 1,5 миллиарда рублей. Чтобы решить проблему износа коммуникаций, каждый год муниципалитеты реконструируют не менее 5% инженерных сетей. По мнению губернатора Кубани, к этой работе нужно также активнее привлекать инвесторов. В этом году мы выделили 1,7 миллиарда рублей к подготовке к зимнему сезону. Мы изначально предусматривали эти деньги на замену оборудования, модернизацию котельных, замену тепловых сетей, и можно продолжать. Но тут уже приоритеты. Приоритеты, я всегда говорю, мы уже должны сами расставлять. Что касается обновления котельных, будет полностью модернизировано 42 котельные. 19 из них модернизировано за частные деньги. Я считаю, что просто в этих муниципальных образованиях, в том числе Павловский, Духовецкий, Крылосовый районы приучились, работа с инвестором вышла на новый уровень. На новый уровень. И там, где инвестиционные показатели растут у районов, еще раз подчеркиваю, это в моем понимании заслуга глав и тех команд глав, которые эту работу с инвесторами выводят на новый уровень. Вот если этот темп будем хотя бы не снижать, мы тоже проблему с модернизацией котельных максимально закроем. Кроме того, на совещании Вениамин Кондратьев поднял вопрос о задолженности предприятий ЖКХ за потребленный газ. Сегодня эта сумма уже превышает 3 миллиарда рублей. Глава региона поручил в кратчайшие сроки разобраться в причинах сложившейся ситуации.